пришел на избирательный участок, сзади меня находится, я уже сделал свой выбор, проголосовал. Вот, на кого проголосовал, подписываемся на мой YouTube канал, также на мой Дзен канал. В описании видеоролика есть предложение. И подписываемся. Сегодня уже стартовали президентские выборы. Я решил по месту нахождения проголосовать, прописанное в другом месте, и свой гражданский долг выполнил. Поэтому так проголосовал. Пока народу мало, подтягивается. Как говорится, 9 час, все еще впереди, поэтому не случайно сделали, что у нас выборы проходят с 15 по 17 марта. Может, даже сегодня или завтра мы узнаем, кто он станет нашим президентом нашей страны. Вот так вот свой голос я сделал. Такой бюллетень. Я нахожусь в избирательном участке. Я свой выбор сделал. Вот кандидаты на пост президента. А вот все, кто присутствует. Свой выбор я отдал. Поэтому так вот. Такие еще мы видим. Здесь присутствует у нас такие, видите, картиночки всякие. Это, видимо, кто участвовал. Вот на татарском языке, потому что это регион Татарстан. Вот. Поэтому выбор проходит как я хотел. Без всяких нарушений задавленных.